Выборы в Государственную Думу прошли почти 3 недели назад, но только сегодня, наконец, определился состав депутатов, которые будут представлять Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в Нижней палате российского парламента. Это единороссы Елена Вторыгина и Александр Спиридонов, набравшие наибольшее количество голосов в своих одномандатных округах. На тех же принципах в Москву поедет и их однопартиец, представитель НАО Сергей Коткин. Кресло в Госдуме займет и 3-й номер регионального списка «Единой России» Михаил Кисляков. Это стало возможным после того, как от мандата отказался губернатор Александр Цибульский и спикер областного собрания Екатерина Прокопьева. Если необходимо будет, то я знаю. Для меня это, конечно же, большая честь, это во-первых. Во-вторых, огромное доверие, ну и огромная ответственность для того, чтобы оправдать доверие не только там, своего Ненецкого автономного округа, но и Архангельской области. Поскольку регион у нас большой, он объединяет нас общие идеи развития этой Северной морской пути, Арктическая зона Российской Федерации. Я надеюсь, что все вместе, все 5 депутатов Архангельской области, которые избрались в Госдуму, мы добьемся большего. 5-м депутатом, призванным отстаивать интересы северян в Москве, стал представитель партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Первое пленарное заседание Государственной Думы 8-го созыва состоится 12 октября.